Привет! Привет, вы на канале у Лизы. Сегодня мы будем делать кристаллы. У нас две коробочки. Белые кристаллы. И красные. И красные. Давай, доставай с одной, я с другой. Палочки. Картон. У меня белая жидкость, прозрачная. А у меня красная. Красная. Так, это нам не надо. И это мы уже прочитали. Нужно отрезать вот такие полосочки. Здесь такие тарелочки специальные. Для вот таких полосочек нужно их вырезать, по длине вставить и заливать реагентом. Написано на коробочке для детей старше 10 лет. Потому что вот эти реагенты, они на самом деле ядовитые. Все буду делать я. Ты будешь только добавлять красители, которые мы заранее приготовили. Мы хотим сделать еще кристаллы вот в наших других чашечках, крышечках. Другим цветом. Будем добавлять синий? Да? Да? Или желтый тоже? Сюда синий. Как мы будем делать? Я думала, мы вот сюда добавим синий, будет синий еще кристалл. А вот в этот добавим желтый, здесь будут оранжевые кристаллы. Или ты хотела фиолетовый? Нет. Давай тогда желтый убираем, синий будем добавлять везде, там и там. Правильно? Хорошо, сначала отрезаем... Картон. Картон. Картон, наверное, пропитан тоже чем-то. На, вставляй в эту. Мисочку. Угу. Вот так? Да. До конца. Стоит? Теперь вот эти маленькие. Давай, нет, большую туда вставляй. А я вот эти вот сюда вот так вставлю. Опа. Крышечку. Стоят. Или может прям по длине крышки надо. А сюда. Маленькие. Давай, маленькие. Оп. Так. Маловато. Ну, ничего страшного. И на вторую. Да, и на вторую еще. Я. Я наливаю сначала красненькую в те две. Вот эти? Да, вот в эти две тарелочки. А сюда потом вот синий. Эту. Нет, беленькую, подожди, пока ты ничего не делаешь, договорились? Крышечку. Жидкость. Химическую. Химическую. Так, ты ничего не трогай. Вообще убери руки. Ничего. И сюда особо не заглядывай. Да, вот так. Я налью. Не заглядывать. Ну, чтобы на тебя не брызнуло случайно. О, картон сразу пропитывается этими штуками. Ну, это же специально так сделано. Ой. Хоп. Так. Бутылочку убираем. На глазах прям... Пропитывается? Да. Ох, как туго. Тут уже вон кристаллики образовались какие-то. Хоп. И сюда наливаем. Смотрю. Раз. Как ползет. Два. Помогает, да, картоночка? Угу. Уже здесь. Тихо-тихо, не лезь. Теперь открывай краситель. Помочь? Нет. И аккуратно. Вот в эти не надо капать. Подожди, не трогай. Сейчас я тебя все пододвину. Вот, капай капельку сюда. И сюда. О, красиво. Оп. И здесь то же самое. Оп. Опа. Теперь все перемешать. Так. Не-не-не, пусть так. Оно само сейчас рассосется, например, расплывается. Оно прям к стенке ползет. Так, сейчас я сниму. Вот, смотри, видишь, там синенький. Да, уже на картонку наполз. Угу. Ой, главное, с одной стороны наполз на картонку, с другой нет. Как-то странно. А здесь вот так. Прикольно, да? Угу. Все, теперь нужно ждать. На коробке написано 2 дня. И, ну, 2-4 дня должны вырасти кристаллы. Ребята, как вы думаете, получится ли у нас кристалл голубого и сиреневого или фиолетового цвета, который мы сделали сами? Напишите в комментариях. Все, ждем.
что, Лизонька, прошло 2 дня. Смотри, какие у нас огромные уже выросли кристаллы. Да. Большие, правда? Красивые. Голубой самый красивый. Цветной. Вот эти красные похожи на кораллы. А вот это точно иней. Да, белый самый настоящий иней. Чуть-чуть красным покрасился. Розовый. Это потому что я туда положила маленькие кристаллики. Красного. На картоночку. Там долго не росли кристаллы. И в инструкции написано, если не растут, нужно один кристаллик положить на картонку, и сразу будут расти. Всю воду выпили. Кристаллы всю воду выпили. И выросли. А теперь давай попробуем, если эти кристаллы опять растворить, они у нас снова вырастут, интересно. Давай, одеваем перчатки. Надеваем перчатки. Вот, теперь можно трогать кристаллы. Но они твердые. Они уже очень твердые. Я помала. Помала? Давай в одну баночку с водой будем складывать белый и голубой, а в другую красный и коричневый. Ну, вон какой-то у нас не фиолетовый. Только аккуратненько. Он растворится вообще? Ух ты, растворяется, там пузырики идут. Да? Да. Ну-ка вот так. Как будто снежный иней. Ау! Такие острые эти кристаллы, кажется, как будто перчатку проткнуть. Аккуратно, чтобы палец не проткнуть. А картоночки эти оставим. Потом вот сюда же, в эти же чашечки, зальем вот эту водичку. И посмотрим. Да, ничего. И посмотрим, вырастут у нас снова кристаллы или нет. Так, а теперь давай вот этот и вот этот цвет. Давай теперь наши красные кораллы туда насыпать. Красные еще чуть-чуть не растворились, а белые с голубыми уже растворились. Чуть-чуть попали красные, стали как будто фиолетовые. Теперь берем снова наши емкости. Попробуем налить в них нашу водичку. Наливаем? Можешь потихонечку? Еще чуть-чуть. Еще, еще, еще. Да чтобы до краев крышечки. Вот, молодец. Я в красную. Ждем еще 2 дня. Ребята, пока идет это видео, напишите в комментариях, вырастут наши кристаллы 2-й раз. Ну, они у нас выросли, но не такие, как раньше, правда? Угу. Один только голубой, более-менее красивый. Фиолетовый как почти не вырос. Да, коричневый какой-то стал. Да. Красный вообще не вырос. Белый чуть-чуть вырос. Белый и голубой. Так что 2-й раз, ребята, не получится вырастить такие же кристаллы. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пока.